Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон. И я, Эдуард Петер. И хотя мы идем по лесу, это не по бродилке. Сейчас мы идем с вами на разведку. Сегодня единственный день, когда выдалась солнечная погода и более-менее сухо. Дома не дают попить, да? Синюк ты? Любую лужицу, во всех лужицах поперепробует воду. Не знаю, зачем ему это надо, но он обожает это делать. Итак, поэтому я сегодня иду фотографировать, наконец-то. Возьму с собой деревню всю, сумку большую, деревню соберу. И я уже говорил, что я приглядел пень. И сейчас я совмещу приятное с полезным. То есть я провожу собаку сейчас погулять, а потом уже вернусь без собак. Потому что в этот момент мне собака как бы будет только мешать. Поэтому сейчас посмотрим пенек. Он здесь недалеко. Вот, если я не ошибаюсь, было где-то здесь. Где-то пенек замечательный. Вот оно. Сейчас посмотрим. Вот. Тут большой пень и с видом на зелень. Единственное, что сейчас солнце стоит в самом зените, я не думаю, что сейчас самое удачное время для фотографирования. Я думаю, что мы сюда вернемся часа в 4, скорее всего. Сейчас это время пропустим, солнцепёка. Хорошо, договорились. Кстати, здесь поблизости растет тоже очень неплохой, но у него как бы нет того заднего фона красивого. А сам по себе пень изрядно красавец. Ну, поглядим. Может быть, какие-то отдельные домики снимем. Посмотрим. Okay. Там verschiedene Positionen ausprobieren. Aus Sicht der Kamera. Okay.
Du hast nicht gesprochen, dass du mich aufnimmst. Ja? Dann nimm bei Mama Kamera und mach das. Habe gleich aber gefallen. Super. Das war's. Все, ребята, на этом мы заканчиваем съемку. Теперь встретимся уже у меня дома. Перед тем, как пойти в лес, я сначала на улице решил чуть-чуть потренироваться вот тут, у своих датчиков в огороде. Пофотографировал. Они это увидели и говорят, мы тоже хотим участвовать. Я говорю, ну хорошо, тогда пойдете со мной в лес. Ну, здесь слишком светло, понятно. Потом возле кореньев я поставил, тоже свет мешал мне. Потом девушка какая-то была, я ее попросил. И вот здесь я уже снял с рассеивателем. Он совсем другой вид. Хорошо. Дальше сверху немножко еще. Еще. Ну, это не пойдет к делу, ясно. Так, а потом вот я когда на место пришел, начал расставлять все. Кстати, расставлять мне тоже помогали. То есть вся семья там, двое детей, муж, жена. Жена меня на видео снимала, дети таскали эти туда-сюда. Все предметы переставляли, доставляло большое удовольствие. Ну, я скажу так, что я угадал со временем, где-то это было около 5 часов, и солнце как раз зашло туда, куда мне нужно было, светило через деревья. Видите, вот есть такие световые пятна. Ну, можно было еще подождать, конечно, и попробовать. Но, в принципе, я считаю, что очень неплохие получились съемки. Так, сейчас мы это выровняем маленько. Вот так, да, съемка получилась неплохая. Естественно, когда с тобой люди, как бы, ну, нет времени на подумать, да, хочется, чтобы они, ну, быстрее получили удовольствие и не заскучали сильно, потому что они же мне не обязаны были, да. Вот, ну, вот это, наверное, придется удалить, тут не резко что-то сильно. Давай-ка я удалю. Так, а так, в принципе, получилось довольно-таки хорошо. Где там горизонт завалился, все-таки не со штатива снимал. Ну, выглядит неплохо, как вот деревушка такая, да, тут все разбросано. Так этот. Я не испробовал ракурсы, какие я хотел. Хотел ближние ракурсы, и хотел, я взял с собой сотку свою, хотел, чтобы задний фон был вообще размыт. Ну, как сказал, в этой ситуации было как бы не совсем удобно. Поэтому я снимал так, как есть, пользуясь тем, что, видите, вот эти цветные световые пятна так хорошо ложились. Надо было еще подождать немножко. То есть там буквально минут 15-20 разница должна была быть. И получилось бы еще больше вот этого цвета, света игры. Вот так. Видите, вот хороший снимок. Мне очень нравится такое. Здесь вот тоже хорошо. Вот так. То есть для первого раза, я считаю, вполне достаточно. Можно будет выбрать что-то уже. А потом я выберу еще один день. И уже поэкспериментирую с различными видами. То есть, так, это нам не нужно. Потом я начал снимать отдельные части, что тоже было прикольно. Пень такой хороший. И задний фон правильно я выбрал. Единственное, что в следующий раз я попробую, чтобы он более размытый был. Чтобы мои изделия выгоднее смотрелись. Но они и так не потерялись, хотя того же цвета. Вот.
хороший очень снимок. Дрова наснимал. Церквушка импозантно так смотрится. Колодец. Вот хороший снимок. Этот не очень качнулось. Неестественно, так удалим ее сразу же. Так, еще раз по сарайчик. Ну и потом я кибиточка, она такая тоже импозантная, хорошо смотрится. Вот этот прям такой замечательный угол. Я считаю, дрова тоже тут хорошо. Вот так. Ну, в общем, и все, ребята. Я считаю, что первая фотосессия, это не последняя. Она удалась. И, в принципе, единственное, что я в следующий раз попробую более размыть задний фон, чтобы он как бы не отвлекал. Ну, с другой стороны, тоже интересно. На этом я с вами, дорогие друзья, попрощаюсь. Всего вам доброго. До следующей встречи. Пока!